Вот это вот такой вот брелок сделал он в виде золота. Вот таким вот образом. Тут написано gold. У него вот тут вот фонарик. Фонарик. А вот так вот лазер. Вот. Одна кнопка, вот, когда нажимаешь, она одновременно и лазер это, но если с одного боку нажимаешь, это фонарик, другого это лазер, вот. Так вот красиво сделано. Показываю в темноте, потому что если взять много света, он настолько будет отсвечивать, что будет даже не видно, что это такое. Вот. Вот, снизу оно выглядит вот так вот, оно снизу, кстати, выдвигается вот так вот. И вот тут можно ставить телефон, но я телефон ставить не буду, потому что я на телефон снимаю видео, вот. Выдвигается оно, кстати, тоже вот так вот. Вот у него тут штука для пальца, чтобы ей выдвигать, чтобы не сломать, вот. Видео я снимал довольно-таки короткое, потому что про этот фонарик я хотел сказать немного, а мало. Вот. Собственно, как бы я его и показал. Всем спасибо за просмотр. А сейчас мы отправляемся в темное место. Я покажу, как он светит в темноте. Вот, это вот абсолютная темнота. Фонарик, он светится вот так вот в темноте. А лазер, он светит вот так вот. Говорят, это настолько сильный лазер, что им даже можно операции делать. Поэтому на кошку или на человека светить так нежелательно, что будет вредно. Я сейчас через камеру покажу, как оно светит в темноте. Вот, вот так вот. Лазер, фонарик. Вот так оно светит. Кнопка, она сама не может быть нажатая, поэтому надо держать пальцем для того, чтобы оно светилось. Кстати, если кошке показывать лазер, и она его будет ловить, то это очень хорошо. Играть так с кошкой. Поэтому, кстати, всем советую попробовать. Такие брелочки сейчас ни в одном детском магазине продаются. Они не дешевые, но я все равно советую. Потому что вот это интересно, как брелок, еще и красиво. Еще и удобно, как подставка для телефона. Как подставка для телефона, еще и удобно, вот. Не забывайте ставить лайки на это видео. Я покажу еще не раз фонарики, что-то такое. Отсвечивает это тень телефона. Я извиняюсь, но если бы я при свете сильно снимал, то оно бы сильно отсвечивало на телефоне не тенью. Это было бы не видно. Вот. Вот так оно не задвигается, чтобы не сломать. Оно задвигается вот так вот пальцем. Вот. Я думаю, вам понравился вот этот вот фонарик.